Привет еще раз, друзья мои. Здравствуйте. За моей спиной вы можете наблюдать сейчас национальный монумент под названием Монас. Такая стела, обелиск. Я оглядываюсь на свою сумку. Стела, обелиск. Наверное, монумент независимости, либо что-то в этом роде. Национальный монумент, так они его называют. Находится он в самом центре, в самом сердце столицы Джакарты, в столице Индонезии. Вот, это центр города и центр страны. Он очень большой, очень огромный. Можно подойти ближе, но оттуда не будет видно его высоту, его величину. Он очень большой. Тут очень красивый парк. Ездит такой доброжелательный патруль. Уже по сирене, по громкоговорителю объявляют, что парк закрывается. Специально для меня на английском сказали, что мы закрываемся. Вот. Вот такие красивые деревья, подстриженные очень аккуратненько, такие в форме конусов. Здесь растут у нас специальные такие чудеса садовнического, чудеса садоводства. О боже, я забыл русский язык. Какой ужас. Вот это все пытаются меня уже выгнать отсюда. Так что я сейчас буду уже заканчивать. Вот видите, они тут ездят, всех выгоняют, так сказать. Напоминают, что мы закрываемся. Все на выход. Вот, они все ездят. Это я заляпался крошками какими-то. Во-во. Пустой вагончик, просто объявляют, что мы закрываемся. Так, ладненько, друзья мои, еще раз. Напоследок. Национальный монумент Монас, Джакарта, Индонезия. Очень чистый, красивый воздух. Нету ни комаров, ни мух, ничего. Вообще как-то, несмотря на то, что это тропическая страна, и даже дождя нету, слава богу. Несмотря на то, что сейчас сезон дождей, мне очень повезло. Все, ребятки, буду заканчивать, потому что парк закрывается, мне еще домой надо добираться около 8 километров по прямой. Вот там у нас мечети, на всякий случай, видите, вот мечети есть. Страна мусульманская. Знакомство с центром столицы Индонезии состоялось. Очередная столица на моем пути может считаться посещенной. Вот так, друзья мои. Вот так, товарищи. Мои путешествия продолжаются. Впереди еще очень много интересного. Страна номер 16. Индонезия. Всем привет. Будьте здоровы и счастливы. Следите за моими передвижениями и приключениями на этом канале. Увидимся на краю... Тихо. Увидимся на краю света. Пока.